Пятые международные армейские игры «Армии-2019» проводились в этом году на территории 10 стран. Сразу несколько зрелищных конкурсов, среди которых и танковый биатлон, принимал военно-патриотический парк «Патриот». Достойное место в его павильонах заняли стенды добровольного общества содействия армии, авиации и флоту «ДОСААФ». Здесь представлены авиамодели, автомодели, модели самолетов и катеров. Кроме этого, на этой площадке развернута экспозиция поисковиков, поисковых отрядов Московской области, которые собраны экспонаты времен Великой Отечественной войны. ДОСААФ помогает получать военно-учетные специальности и осваивать более 100 технических профессий. Если молодые люди хотят научиться хорошо стрелять, летать, водить тяжелую технику, конструировать, им прямая дорога именно сюда, в добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. В парке «Патриот» работали интерактивные тренажеры. Здесь же можно было сдать нормативы ГТО. Есть среди молодежи и девчонки, и мальчишки, которым интересно посмотреть и водолазное оборудование, и модели автомобилей радиоуправляемых, самолетов радиоуправляемых, потому что все действует, все движется. Модели, не модели, а настоящие катера морские, которые участвуют в гонках. Ну и поработать на тренажере автомобильном. За время работы экспозиции стенда ДОСААФ в парке «Патриот» посетило более 1000 человек. Возможно, многие из них впоследствии решат ближе познакомиться с возможностями самой известной в России оборонной организации. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».